Заведение, в котором по пятницам делают расклады Таро. И сегодня мы будем делать на него обзор. Пошли. Мой несменный ведущий Итиоша. Что мы выбрали? Окрошку с каким-то секретным ингредиентом. А что это, вы узнаете чуть позже. Я Диана, и это мой первый бокал. Иван нам объяснил, как нужно правильно пить этот коктейль. Мы выпиваем сначала основную часть чуть-чуть и держим на языке, и запиваем игристым. Хорошо, девочки. Пока Этьен кушает наши самые классные лакомства от Мазо, мы будем читать гороскоп. Если ты еще не нашла свою половинку, смелее принимай приглашение. Сезон многообещающих встреч открыт. Вы одиноки? Да. Я вам обязательно оставлю свой номер телефона. Хорошо, буду ждать. Для питомцев старше 1 года в джиджибаре представлены алкогольные напитки. Это пиво и игристое на ваш выбор. Пока пьете вкусные коктейли вы, ваш питомец тоже будет наслаждаться. А сейчас наш секретный ингредиент, и это игристое. Окрошка на игристом. Меня зовут Диана, и это мой 3-й бокал. В гороскопе говорилось про знакомство, ну, единственное, кого мне удавилось ловить, гусь. Мы с Этьеном отлично провели время, вкусно покушали, выпили интересные напитки и приглашаем вас. Обязательно приходите и не забывайте своих питомцев.